Доброго всем времени суток, с вами Texer, играем мы в Take on Mars, и наш Робинзон, видите, ну, более-менее пришел в себя. У нас есть немножко воды, ну, у нас есть дохрена, еды немножко, воды у нас много. И я, правда, никак не избавлюсь от радиации, не знаю почему, видите, она у меня висит значком. Но я разобрался с этими хреновинами, видите, у меня есть лестница, я могу туда ходить. Я могу, черт возьми, сюда подниматься. И здесь я вот наставил бетонных вот этих вот надолбов. А сейчас вот эту я снял штуку пока. Пока ее отнесем. Пока она не нужна. Я попытался с помощью вот этого принтера построить вездеход. Лабораторию, слушайте, а может я... Давайте мы его попробуем переставить наверх. У меня есть еще одна мысль интересная. Что мы можем с ним сделать? Мы можем с ним сделать следующее. Можем поставить его так сверху. Можем же. Можем. Нет, не можем. Эта собака не фиксируется. Он только на земле фиксируется. Ладно. А мы можем там его поставить. Собственно, в чем была проблема? Я не могу подойти достаточно близко к принтеру, чтобы его включить. А если в случае с грузовиком я мог подкрасться к нему и включить, то в случае, блин, с этим вездеходом не могу. О, работает. Окей. Просто мне надоело спать в палатке, вот реально. Я его видеть не могу. А в машине, ну, она будет, конечно, да, она не будет нерабочей у нас по такой простой причине, что он работает. Погнали. Теперь умудриться его оттуда снять, да? Ой, елки. Сейчас поясню, в чем дело. У нас же метан-то не особо. А можно как-нибудь заберу это дело? Давайте, дайте я заберу. Ой, елки. Мне кажется, эта штука улетит куда-то в небеса. О, как все плохо, смотрите. Тук-тук-тук. Ладно. Сами себе злобные буратино, да? Это он лестницу смял? Неожиданчик. Ладно. А что нам нужно сделать? Нам сейчас-то нужно отогнать этот вездеход. Благо, вездеход у нас на ходу. Жалко, у него внешнего пульта нету. Чтобы вот так встать и отогнать. Либо еще круче. Нам нужно снять вот эту вот машину с кубика. А черт, с два мы его снимем, да? Ишь, пошатывается. Мы можем его вездеходом попробовать снять. Так, уже есть хотим, ну ладно. Есть хотим, это не самое главное. Так, ну у нас тут вообще задница, как вы видите. У нас застрял там принтер. Давайте его вытащим все-таки. Я же могу попробовать его вытащить. Черт с два. Ну-ка, а повернуть? Да. Куда-то он улетит когда-нибудь. Слушай, ну у меня же колеса уже пролезает почти. Ладно, он нам не сильно помешает, но машина, как видите, стоит пузом на этой возвышенности. Блин, надо было на чем-нибудь попроще. Ладно. Мне кажется, что надо ее поднимать при помощи вот вездехода, при помощи хотя бы его пандуса. Так, мы хотим есть, мы хотим спать. Все это как замучило. Спать мы хотим на... Е? Поднимает? Нет, она, по-моему, рампа сейчас. Надо, наверное, лоуд. О!
Ладно. Давайте попробуем вездеходом успехнуть, а потом будем есть, спать и так далее. Возможно, в вездеходе. Кстати, вот эту штуку может нам уже пригодиться, потому что мы тут... Так, stairs, соберись. Потому что тут принцип постройки этого... Как его назвать-то? А модуля, они немножко другие, чем у аутпоста. Блин, все время пытаюсь курсором нажать. А может и правильно. Сейчас попробуем сдвинуть. Так, снимаем. Проблема в том, что вездеход у нас не заправлен. Так, включаемся. Статы. Топливо есть, да? Да, все хорошо. А, сейчас разберемся с камерой. Угу. А вот это было охренительно. Вы это видели? У меня сломался вот этот... Какого? О-о-о! Посмотрите, вездеход ломается. Я вообще в шоке. Вездеход можно сломать. Ёлки. Мы остались без вездехода. Черт возьми. Нет, на это я пойти не могу. Я не знал, что они ломаются. А, так, ну что ж, тогда получается начнем мы с этой нашей доблестной ночи. Еще темно. А что у нас тут? У меня радиация. Вспышка там еще не закончилась, я совершенно точно знаю. В чем у нас тут немножко проблема? Проблема у нас в воздухе. А... Оно шевелилось или мне показалось? Мне показалось. А я хочу одну атмосферу с... Еще не сказал, с насекомыми. А, с растениями. Вот эту вот. Но мне нужно 1400 нитрогена к этому. А, я буду к этому стремиться, видимо... Нитрогена, вот там чуть есть, надо натянуть баллон нитрогена, и будет нам счастье. А, вот тут не расходуется, 30 как блатка осталось. Тут, как видите, все у нас растет. Давайте с собой еще листиков возьмем. Вот. Не то. Вот почему-то эскейп у меня всегда выходит, не знаю почему. Так, хлебнем водички. В запас. Почему я сейчас не тороплюсь никуда выходить? Потому что там сейчас радиация царит. Вот у меня постепенно радиация спадает в этих ВСВ. У меня температура 37,5, да. Вот, и хотим спать. Видите, вот витамины, воды, еды, ну, в принципе, все неплохо. Как перестали дохнуть наши картохи, в принципе, жизнь наладилась. Так. Одеваемся. Да, я до сих пор хожу в этом пилотском скафандре. Чё-то я к нему привык. Так. И у нас 38 секунд радиации тут еще осталось. Но вот здесь мне эта радиация почему-то не грозит. Возможно, потому что ночь. Может быть, потому что ночь, и мы ее не боимся. Так. Давайте пока переложим. Куда-нибудь. Вот так. Так вот шуршание на грани слышимости. Даже не надо, может чуть звук прибавим. Мне что-то кажется, что звук стал совсем тихий. Но я могу ошибаться. Нет, SFX, смотрите, нормально. А, да, Apple. Так, все, радиация кончилась, пойдем. Значит, в чем у нас проблема? Мы хотим эту лабораторию, но не можем ее скрафтить, потому что когда я подхожу, оказывается, что я мешаю машине скрафтиться. Это можно обойти, если поставить на какую-нибудь возвышенность, что мы и продемонстрировали. Кроме того, я сейчас, видимо, еще раз покажу, как я мастерски пришпандорил лестницу к этому всему. Так. Что мы теперь сделаем? Раз мы... Блин, вот есть, смотрите, есть фонари, да? Но они освещают так, что как будто не освещают.
Так, мы проделаем следующее. Мы сейчас возьмем кубик. Блин, а, поломали. Вообще неожиданно, конечно. И поставим эту печаталку на кубик. Как говорится, и пусть попробует у нас не сработать. А, смотрите, по гриду выставляется. Я вообще в удивлении. Ладно, по гриду, только по гриду. Печаталка. Я, наверное, зря бегаю, конечно. Так, пошли, пошли, пошли со мной. Давай, 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 давай. Так. Не трогай фонари. Блин, темно, как в заднице у негра. Фонари вообще не помогают. Они светят, но толку никакого. Что, в общем-то, немного раздражает. Ну что, Аллах Акбар. Так. Нет, не это. Вот это. Обструктед. Охренели мы обструктед. А я догадываюсь, почему обструктед. Потому что у нас вот тут стоит этот орел. Хорошо. Да нет, не то. А если эту штуку развернуть, она все равно, по-моему, по этим выставится, по, как сказать, по направляющим. А нет, смотрите, нормально. Тебе главное, чтобы мне на башку эта штука не присела. Create и отпрыгивать нафиг. Все. Блин, вот в этих фонарях я вообще ни хренища не вижу. Так, машина приземлилась. Вроде как даже на землю. Попробуем. Пом. Я умер. На меня упала машина. Хорошо. Мы сделаем еще попытку. Так, сколько я тут сидел? Ну, мне, чтобы эта буря кончилась. Хотя, честно говоря, даже не знаю, она должна кончиться, эта буря, или не должна. Ну, вот, радиация. Я даже затрудняюсь сказать, где я нахватал радиации столько, в таком количестве. Так, ой, блин. Это вообще черти что с этим принтером. Он может печатать эту штуку, но при этом возле него так близко нельзя находиться, чтобы ее напечатать. Ну, маразм. Так, ладно. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас утащим кубик в пустыню. И на этом кубике попробуем построить. А черт с ним, я попробую все-таки, невзирая, наверное, на радиацию, выйти, да? Солнечные вспышки, они, с одной стороны, конечно, антураж, с другой стороны, на черта бы они были нужны, да? С такими помехами. Минуту там, да? Ну ладно, радиацию мне уже до хрена. Хуже мне уже, наверное, не будет. Так, смотрим. 592. 591. Если будет увеличиваться, тогда я обратно спрячусь в ужасе. Но мне вроде говорили, что зимой они, типа, не страшные. Так. 500. Чего? 86. 85. 84, все нормально, с радиацией нет. Ложная тревога. Так. Настораживает то, что у меня персонаж снова не появляется, когда меня вот убивают. Вот на меня сейчас, допустим, свалилась эта хрень. По идее, персонаж должен был отреспиться, да, а он не респится. Блин, я подхожу к прожектору, он включается. Вот это нормально? Кто-то считает это нормальным?
Что не так с освещением? Так, в общем, надо уходить дальше. Хорошо сказал, конечно, уходить дальше. Я ушел дальше, ни хрена дальше не ушел. Ладно. Так. Так. Вот так. Я ушел дальше. Так, отлично. Блин, я в этом положении не могу им управлять. Темно, блин, контрастно. Ну почему прожектора не освещают нормально? Я же понимаю, игра не новая, но не настолько же. Это мне напоминает свет в вакууме. Не в атмосфере, а вот в вакууме. Он там резкий и светит столько то, на что он светит. То есть больше ничего не освещается. Так и тут, вот смотрите, полная темнота. Вот полная вообще. Без шансов. Вот куда я пошел? Где этот мой чемодан, который я поставил? Так, ладно. Бросим и поищем. Я откуда отсюда ушел, и тут ящик поставил. Где он? Вот он. Черт возьми. Ну что, боимся. Запускаем и боимся. Та-дам, 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 та-дам. Так, это, по-моему, грузовик, не то. Вот. Оп. Создаем. И валим отсюда. Валим отсюда нафиг. Как вы думаете, у меня получится Мию снять? Хорошо, мы можем сделать следующее. Записаться бы, наверное, да? Нет? Назад! Назад, 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 назад. Вот, 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 принтер пошел. Отлично. Он вроде даже упал. Смотрите, я его вытаскиваю. Так. Слушайте, нам удалось, похоже. Это надо где-то отметить, это надо записать. Что нам удалось добыть себе принтер обратно. И снять эту машину... С этого. С меня. Ты, черт возьми, я что, на коречках сижу? Так, я на коречках сидел, ладно. Так. Давайте тут поставим где-нибудь. Теперь мы свои навыки строителя будем на нем отрабатывать. Модулер. Вот это. Ну, как минимум, оно хорошо смотрится. Как максимум. Да, надо еще в нашу лабораторию, наш новый дом, туда надо принести кислорода. Так, это я споткнулся в какие-то хреновины мелкие валяющиеся. А, не обращая внимания, понесли кислород. У нас тут полный баллон, как ни странно, после всех наших экспериментов. Я вот не помню, куда у него втыкаются эти баллоны. Вообще хорошо бы принести туда... как его звать-то? Метан. У нас где-то еще должен баллон остаться. Ну, чтобы машина не полностью вообще стояла разряженная, чтобы что-то в ней было. А может быть, у нее между колесами заряжается. Тут что-то тоже такое было. Ну, тут опять же может быть метан. Нет, смотрите, нормально. Ну, пойдем. Насколько я помню, электричество у нее включается независимо от наличия в ней метана. Поэтому мы сейчас можем зайти и оценить, как там с воздухом внутри. А вдруг там есть еда? Было бы здорово. И черт возьми, темно.
Меня вот эта темень вообще вымораживает больше всего. Да, тут можно еще баллоны ставить. Но давайте внутрь заценим. Блин. Темнота, черт возьми. Как бы отключить ночь? Ну, я бы серьезно, я бы с удовольствием отключил ночь, хоть это нереалистично, это... Я не знаю, это, наверное, плохо, но я ночь тут ненавижу просто. Так, хватило, да? Задняя рампа. Мне не нужна рампа, мне нужно внутрь попасть. Так. Шлемчик снимаем. Блин, темно тут. Можно как-то свет включить. Я просто не помню, где. Боковая дверь не то. Все, нормально. Мы живем. Тут, по-моему, пусто. Ну, не может же она с едой печататься, да? Правильно. То есть она пустая, но здесь можно спать. Вот. Можно лечь и спать. А, не как в этой палатке, подпирать головой потолок. Вот, включил в кабине свет. Это как-то все не должно жрать электричество, мне так кажется. Я бы еще внешний свет включил, но вот тут он уже может жрать. Поэтому давайте вот пока так. Тут у нас цивилизация. Это наш будет такой дом. Так, окей. Захотелось жрать. 22 минуты. Угу. А вуз, как говорится, и ныне там. Слушайте, жрать только захотелось, я пока еще поголодаю. Сейчас посмотрим, что там с кислородного баллона осталось. Возможно, надо будет еще. Ну и все, вот тут мы будем жить вместо палатки. Палатку я потом соберу. А, кстати, в ней есть кислородный баллон, мне нужный. Палатку я соберу, палатка у нас будет для путешествий на грузовике. А черт с ним, что эта машина стоит пока на бетонном основании, мы это переживем. Мы потом как-нибудь ее спихнем. А, нет, не цикл, экстент. А тем временем на улице стало светло. Но раз мы хотим жрать, мы сейчас захотим и спать. Смотрите, вышел на пандус, появился звук. Да, оно такое. Так, это я флудлайт включил на улице, да? Не надо. Ну, в общем, как видите, эта штука способна себя освещать. Она не темная. Это я луч света вошел, смотрите. Я вошел луч света, и машина осветилась. Так. Окей. Хорошо, давайте все-таки разберемся с этой штукой. Я таки поведаю вам, что тут у меня произошло и как с этим бороться. Так, ну, во-первых, мы немножко ошиблись. Вот эта штука, это не то, что надо. Возможно, мы ее даже выкинем. Это готовый пол, поставленный вот на раму. Но это все модульное. Это все напрочь модульное. Поэтому мы на раму здесь ставим. Мы ставим просто раму. Ну, просто решетчатую раму. Ни о чем. Сейчас покажу. Так. И все начинает работать, что удивительно. Так, вон еще бетонный блок. А, можно присобачивать лестницу. А, можно ставить вот эти вот все, как их, шлюзы, комнаты и так далее. Просто вот то, чего нам и не хватало. Ну, да нет, давайте возьмем.
Это получается высоко. Это получается мне тут в два делать, ну как их, в две лестницы, лестницу. Но сейчас все увидим. То есть вот эти вот фермы странные мы и будем использовать. На них все и ставится, как ни странно. Ну, пока на них ставится как бы пандус, к которому я смог пришпандорить лестницу. И меня это несказанно порадовало. Вот. То есть мы сейчас поставим вот эти решеточки. И на них нам нужна площадка будет, к которой мы прицепим лестницу. А чуть дальше уже начнется как бы сам дом. Я, правда, сейчас атмосферу не добываю, я ничем таким не занимаюсь. Я вот добыл себе машину, в которой буду спать. Уж палатка как-то по-бомжатски. В ней постоянно какие-то глюки. То есть то ли ты проснешься, то ли не проснешься, черт его знает. А человек вроде последний у меня. Вот, мы сюда берем площадку, вот эту вот. Так, пистолет. И вот ее мы можем ставить на этот каркас вообще совершенно спокойно. Раз. И уже к этой площадке, смотрите, цепляется лестница. Вот она, где собака-то порылась. А лестниц, причем мы сделаем много. Ну как много? Она будет широкая лестница. Потому что я тут. Кстати, видите, она не достает до земли. Но это тоже не проблема. С этим я тоже разобрался. Сейчас мы это все решим. Раз. Лестница может цепляться к лестнице. И таким образом продолжаться на любую высоту. Тут главное правильной стороной к ней прицепить. Вот так вот. Видите? Ступеньки вниз. Все. Мы можем туда подниматься. Но я бы хотел туда еще шлюз забабахать сегодня. Ну, как победу над всем этим, да? Мы провозились с машиной, мы под ней там ласты склеили. Должно быть какое-то счастье сегодня. Так, надо картофанчик съесть. И вообще, день надо использовать по максимуму. День — это подарок богов. Так, жрем. Так. Отлично. Вот мы... Смотрите, без прыжков мы поднимаемся сюда. Вот тут. Дальше. Я хочу поставить шлюз. А у нас в нашем грузовике лежит что-то типа шлюза. Вот нам airlock нужен. И вот тут я что-то не могу понять. Что из этого куда идет? Low Airlock Steps Part. Куда? Что вот это? High Airlock Exterior Part. Low Airlock Exterior Part. High Airlock Interior Part. То есть внутренняя сторона аэрлока. Elevator Door Steps. А куда мы? В общем... Ладно, давайте создадим, черт с ним, с тем, который там лежит. Я, честно говоря, даже не знаю, какой там лежит. По-моему, какой-то мелкий лежит. А, давайте куда-нибудь попробуем пришпандорить. Да, сначала это осмотрим. Вот мне кажется, что вот это улица. Или не улица? Я вообще не знаю, что это такое и как с ним бороться. Ладно. Та-дам, оно не ставится. Блин, к ней слева, справа можно ставить. Я не понял, честно скажу. Блин. Ладно. А, допустим. Ну, смотрите, пол вроде к нему не нужен. Хорошо, давайте посчитаем, что к нему нужен пол какой-то, да? Лоу. Лоу. Это все лоу airlock. К high airlock тут ничего такого нету. Ладно. А, вот это... Это walkway, по нему ходить нельзя.
Это углы. И причем, смотрите, полов тут нету. Covered wall, стена. Я полов тут, честно скажу, не вижу. Supports. Панели. Covered. Radiation shield, glass. Понятно. С этим понятно. Интерьер. Вот. Full панель. Панели со светом. Вот это как бы... Но это внутреннее. Это же внутреннее. Exterior connection full. Вот. Как это работает, черт возьми. Full панель. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Я не спорю. Давайте возьмем. И пойдем на зуб попробуем. То есть вот она такая вся внутренняя панель. Возможно, она ставится вот на эту штуку. Черт с два она ставится на эту штуку. Ну, попробовать мы были должны. Так, у нас тут, похоже, опять склад будет лежать. То есть интерьерные вот эти не пойдут. Хорошо. То есть какая-то тут вот с внутренним углом. Возможно, нам вот это надо. Давайте возьмем. Да блин, мне не принтер надо, мне хреновину надо. Так. Не берет. Хорошо, идем сюда. Черта с два, да? Ладно. Убираем ферму. Возможно, только для... Да уберись ты. Возможно, только для внутренних. Ура. Для внешних только идет, да? Но нет, смотрите, сюда не ставится. Ладно. Убираем. Возможно, вот это еще нам сейчас пригодится. Черт его знает, как все это пашет. Вот аутпост, то, что у меня за спиной, вот маленький вот этот вот, я поставил вообще изумительно. Легко, удобно, понятно, все. Давай, 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 опускайся. Так. Возможно, мы сейчас на нее шлюз-то впендюрим. Так, мы хотим есть, мы хотим пить, мы хотим спать, мы все хотим. Вот видите, вокруг нее лик светится. Так. Как видите, ноль эмоций, фунт презрения. Как это пашет? Я не понимаю. То есть какой-то нужен порог, на который эта штука ставится. Не знаю. Тут куча всего, но это внутреннее. А нам нужен экстерьер, наверное. А что экстерьер? Внешние стены, да? Но внешние стены, смотрите, пола не имеют. Вот тут единственное, что имеет пол, это вот этот внутренний угол. И все, и полов нету. Поэтому я что-то как-то... Туннели есть, да. Да я... Ну, это пересечение, то есть это на что-то ставится, эти все туннели. Вот просто туннель. Давайте просто. Вот туннель, да? У нас будет шлюз, вход. Туннель и шлюз это... Не шлюз. Ну, собственно, продолжение туннеля это же вот... А, я не туда иду. Собственно... Я что-то сломал, да? Нет? Давайте пробуем. Та-дам! Ага. А если это цеплю? Отлично. А... Это, наверное, могу вот это туда прицепить.
Даже не знаю. Давайте вот это сначала. Тут такая хрень непонятная. Я просто смотрю на это все и удивляюсь. Ну, просто, даже если она в воздухе может висеть, эта штука. Смотрите, я могу все это прилепить. Я даже не знаю, какую сторону ее лучше лепить. Так не лепится, смотрите. И она меньше. Она меньше. Может быть, вот так? Блин, вы посмотрите, насколько она меньше. Да. Черт его знает. Ну ладно, туннели. О! Туннель Airlock. Внутренняя часть. Внешняя. То есть что? Это Airlock я зря брал? Он не нужен? Надо вот эту вот фиготень. Ху-ху-ху. Да, пойдем. Посмотрим. Ай-ти-ти-ти-ти. То есть я вот могу развернуть. А вот сюда-то я что должен прицепить? Airlock? Или просто дверь от Airlock'а? Наверное, просто дверь. Сейчас поглядим. Будет забавно. Так, Airlock и двери. Так, что у нас тут? Door? Airlock door. Airlock'овая, наверное, дверь. Кстати, она тут странная, обратите внимание. Ни хрена не похожа на те, которые в аутпосте стоят. Ладно, будет забавно, если прицепится. Вы серьезно? То есть это вот так работает. Ну что ж. Кусок шлюза у нас есть, господа. Ай, воздуха нет. Так, ну что ж, раз у нас есть кусок шлюза, значит жизнь более-менее наладилась. А я вот не знаю, что вот с той хреновиной делать, но она мелкий этот Airlock какой-то. Но мы, видимо, сделаем выход из коридора, а потом мы будем заморачиваться уже с комнатами. То есть начало положено, Airlock, вставай, 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 иди туда. Так, сейчас едим, пьем. А, не сюда. Да ладно, пищать, еще 3 минуты. Все уже снаружи безопасно. Мы сейчас поедим и пойдем в машину спать. Что там, что циферки бегут? Да, в общем, уже нормально. Хватит пищу хоть. Там уже сейф. Ну еще бы 0,3 атмосферы, чё бы не сейф-то. Так, господа, я пришел есть. Ох ты, смотрите, как у нас тут шикарно все, оно выросло. Так, мы жрем. Салат, по-моему, вообще такой бесполезный какой-то. Я не попадаю к нопим. Так. А смотрите, вилка не пропадает. Салат, чё хорошо, он быстро растет. Так. А это, по-моему, дохлые семена, да? Стопудово дохлые. Да. Видите, они мрут по неустановленной причине. Не знаю, по какой. Дискард. Салат. Салат. Картофан надо. Салат, я понял. А, картофан сейчас будет. Так, давай, ну давайте-то салат положим. Он не сытный, но так. Плант. Так. А, Harvest. Да, есть. Жрем. Жрать. Жрать.
Смотри, как провалилось вообще, как в бездонную дыру. Все, сожрал Малаченко. Вот это возьми с собой. Возьми, говорю, с собой. Что, сегодня мышь-то не попадаю. Так, и нам нужна картофельная вот сюда. Плант. Прекрасно. Картофанчик мы сейчас с собой возьмем и куда-нибудь положим. По-моему, я промечиво это сделал. Потому что тут уже все битком. Да, блин. Да, я тебя зарезу, посмотрю. Да, там битком. Хорошо, я заберу его с собой, пусть лежит. Надо будет скрафтить еще ящичек. Так, что у нас теперь? Пить и спать, да? Пить. Дринк. Еще дринк. Да давайте еще дринк. А воды у нас навалом. Воды мы еще можем... Ну, она расходуется слабо, потому что в этом баллоне оно похоже в литрах. То есть у меня еще 24 литра воды в этом кулере. Как у нас с радиацией? Ну, меня уже радует, что мы хоть со шлюзом разобрались, что, по крайней мере, в нашей будущей базе появился шлюз. Он еще такой половинчатый. Но я так понимаю, мне теперь нужен внутренний коридор со шлюзом, а от него я уже расположу стены. Наверное, как-то так это будет работать. А от кого тебе полушлюзы, я даже не знаю. Ну, низкие вот эти вот. Слушайте, а он с калорий-то кот наплакал. И спать уже надо, прям вот уже надо. Там, по-моему, немножко в минус уходит, но лучше не увлекаться. Давайте еще фуд съедим. Давайте еще с собой возьмем. Да, блин. А, забрал, да? Отлично. А, Harvest влезла. И посадим сразу, потому что не посаженные вовремя, это ничего хорошего в этом нет. Вообще, хорошо бы их собрать. Ну ладно, тут похороним. У меня с ящиками пока не очень, все. Просто я посмотрел на датчик, а у меня он не сытый. Ни хрена. Так. Одеваемся. Датчик оказался полезен весьма, вот этот вот, медицинский. Так, через 2 минуты прибудет солнечная вспышка. А в машине нам солнечная вспышка не страшна. Ну, если мод работает, конечно. Если нет, там будет нам радиация. 1,479. Потихоньку падает. То есть мы где-то хватанули. Не знаю мы где. И теперь оно потихонечку падает. Блин, днем спать, да? Вот жопа-то. Ночью надо спать. Побежали, побежали. Там уже вспышка скоро. Вспышка слева. И надо будет пошарить еще в посадочном этом, ну, в шайбе, в посадочном, в грузовиковой. А нет ли там еще баллона метана? Я бы сюда зарядил, чтобы хоть с этой бочки съехать, чертовой. Так, ретракт. Все, Марс. Я устроился с комфортом. Смотрите, меня двигает к тому люку, да? Нормально. Так, цикл. Почему красным светится? Наоборот, должен, не знаю, с зеленым светиться, чтобы у нас давление вырастает, все хорошо. Так, а что там у нас? А, внутреннее давление 33, а у нас 29, сейчас 33 тоже будет и 7, и все нормально. Тут нельзя регулировать, тут какое-то свое давление. Я так понимаю, невысокое. Ну, чтобы там на корпус сильно не давило, видимо, как так. Так, ладно, сейчас, секунду. Я промахнулся просто мимо. Так, в стоечку. Во. Фу, чуть не помер. Я случайно класснул мышью. Отлично.
А внизу я могу спалки? Хе, могу. Давайте внизу. О! Да. Это не хуже палатки. Не, ну вы видели это? Я потерял сознание. Я не могу как-нибудь. Но это я еще не помер. Что за боговина тут с этим? В палатке тоже что-то такое происходит, но там я помираю. Почему я не могу просто спать лечь? Я умер. Что со мной произошло, я, честно скажу, не знаю. Ладно, на этом-то серию закончим. Всего хорошего. И до новых встреч.